В Тюменской области этой ночью будут проводиться технические работы по перенастройке оборудования цифрового телевидения. Из-за этого возможны кратковременные перерывы в трансляции программ первого мультиплекса. Если утром не будут показывать некоторые каналы, то нужно будет перезагрузить приставку, а потом запустить автопоиск каналов. Работы проводятся для того, чтобы с 29 ноября зрители могли смотреть программы тюменского времени на телеканале ОТР. Утром с 6 до 9, вечером с 17 до 19. Предстоящие изменения обсудили на заседании оперативного штаба под председательством вице-губернатора Тюменской области Сергея Сарычева. В регионе с 14 по 19 ноября будет работать горячая линия. Теперь можно рассказывать нашим жителям, что кроме «России-1», «России-24», наши региональные новости, информацию, беды, проблемы, результаты работы и все остальное, все, что связано с телевидением, можно еще увидеть теперь и в формате общественного телевидения России.